пока погода нормальная. Утром был дождичек, прошелся, было пасмурно, но сейчас погода нормальная. Ну вот мы, Кирюха решил остаться в номере, ну а мы с Жанной пошли, решили выйти на набережную прогуляться. И вот мы выходим на набережную. Вот она, Боря, которого каждый хочет постоянно, как можно быстрее приехать на море. Потому что кто побывал, того тянет всегда на море. Это, не знаю, очень интересное чувство, когда ты на море. У вас как, 6 час, да, время? Да. Вот набережная сегодня пустая абсолютно. Пройдем на море. Людей в море немного, но все-таки они есть. Это море. Наше Черное море. Друзья, мы всех приветствуем, кто зашел на наш канал. Сегодня мы вышли прогуляться по набережной. Только мы пошли не влево, а вправо. И посмотрим, что, чего и как. Здесь погода достаточно неплохая. Ветерок, да, такой прохладненький, но все-таки солнышко пригревает. И достаточно неплохо. И вот оно море, и вот оно солнце. Кавказ, я хочу, чтобы вы видели. У них есть пляж. Да, пляж достаточно неплохой здесь. Так все сделано. Клево. Видишь, вот этот Кавказ пансионат. Ну здесь, смотри, видишь, трехуровневый этаж. Сегодня будний день, поэтому людей на набережной мало. Но они есть. И мы каждый год, иногда даже по несколько раз в год приезжаем на море. Подышать этим воздухом, посмотреть на море, полюбоваться. Каждый год мы приезжаем. Ну вот так вот уже сложилось. Как бы. Мы живем далеко от моря, и поэтому хочется все-таки быть поближе к нему. Но, увы, не всегда получается то, что хочется. Ладно, пойдем погуляем дальше. Посмотрим. Горах там что-то как-то там. Там и туман пошел. Да. Не знаю, видно вам или нет. Похоже, вы не увидите. Ну там как-то темновато. Пока здесь погода хорошая, мы идем гуляем. Да, здесь видите, как я поставили в рамки речку. Потихонечку так сливается. Пляж, конечно, здесь грязный. Это не пляж. Здесь нет пляжа. И вообще здесь просто слив, как раз просто сделан. Ну да, что-то такое. Но чаек много, вон они. Все тусуются на море. Здесь забор, какие-то ремонтные работы.
не знаю, вот сейчас должно было, конечно, видно. Ух, какой туман еще-то в горах. Да, Геленджик — это город контрастов. Наверное, как и Сочи, как и все остальные горные такие города. Когда погоду на завтра вы узнаете после, точную погоду на завтра вы узнаете послезавтра. Здесь надо жить уже, то есть просыпаешься и смотришь погоду. Какая она на сегодня. И то она за день может поменяться несколько раз. С утра шел дождь. Я говорю, да, с утра шел дождь, все было как-то не очень хорошо. Сейчас дождь прошел. Вот здесь, смотри, оседает, вон, вышло солнце. Я не знаю, видно будет или не будет, видно. Ну, туман прямо садится, прям все, буквально недавно. Чистое-чистое было все. Горы было все хорошо видно, а сейчас как-то они там... Да, вот прям вообще, вершины вообще закрыли. Прям вершины все закрываются. Вот такой вот Геленджик. Ну, надо отдать должное. Детских площадок очень много. Очень-очень много. Пока еще не сезон. И, в общем-то, пока еще здесь людей мало, отдыхающих мало. Не так шумно, достаточно спокойно. Выходные, да, конечно, здесь, естественно, прибавляется. Местные приезжают, отдыхают. Ну, надо отдать должное, молодцы. У них есть такая возможность приезжать на выходные, у нас такой возможности нет. Ладно, пойдем прогуляемся. Ты к морю хочешь? Пойдемте спустимся. Волны. Сильные, не сильные волны. В общем-то, море-то я не замерю. А море мутное, а? И грязюки много, и море мутное. Пойдем, посмотрим, где там. Может, на пирсе, еще где-либо. Не, вот закинем. И посмотрим, какая температура сегодня. 5 апреля. Море. 2023 года. А так здесь уже закат такой. Ну, достаточно неплохо. Вот такая красота. Ну, только единственное, здесь, конечно, вот мы сейчас прошли чуть-чуть по пляжу. Здесь еще много-много чего надо приводить в порядок. Очень много чего. Так, вроде бы все хорошо. Но в порядок надо все приводить. А времени остается мало до сезона. Ладно, идем дальше. Белый дом. Ох ты, как там прям. В горах-то как совсем все плохо становится, а? Все. Горы в облаках. Вот здесь подарки феи, авторские украшения из стекла. Здесь у нас аттракционы.
как бы все есть, но пока еще не работает. Ждет сезона. Все ждет сезона. Ну, Жанна идет по телефончику, так разговаривает. Да, вот так вот. Пока немножечко уныло все. Затерянный мир. Ну пойдем глянем что-нибудь там. Ну да, какие-то динозавры стоят. Понедельник 5 с 10 до 19.00. Суббота, воскресенье с 10 до 19.00. Касса заканчивает работу на 30 минут раньше. Но сейчас, походу, делает все-таки работает. Кое-что работает, кое-что нет, да? Мало чего работает. Сезон только открывается попозже. Ну, в общем-то, где-то в 20-х числах сезон откроется в Геленджике. Но все равно он не будет таким еще пока. Неполноценным сезоном будет. Полноценный сезон, наверное, скорее всего, где-то или конец мая, или начало июня, когда все откроется. Ну а так, пока вот так вот. Я ушел. Не знаю, давно. Аньки еще маленькие были. Аньки лет 5, наверное, то и меньше. Нет, 5 мы были в Анапе. Ну, значит, чуть попозже. Лет 7. Ну, а похоже, наверное, что-то на солнечное. Посмотрим, ради интереса уже. Может, и нет. Ну, проход здесь есть. Куда же проезд? Ну, да. Можно туда на дорогу выйти. Угу. Далеко мы, естественно, не уйдем. Так, чуть-чуть прогуляемся. Мне кажется, как-то он был ближе к этому. Мне кажется, надо было по морю идти. Здесь ну, не то. Там просто надо пройти, посмотреть. Вот здесь вывеска «Приветливый берег». Сказали, что мы там не пройдем никуда, поэтому мы вышли на дорогу, ну и решили здесь немножко пройтись, посмотреть, что чего и как. Ну, конечно, тут да, такие вот домики, гостиницы ставят люди, неплохие. Маршрутки ходят. Ой. Пойдем немножко пройдемся, прогуляемся, проветримся, пока погода есть хорошая. Но здесь как-то вообще тишь да гладь, Божья благодать, можно так сказать. Народу нет вообще.
Вообще никого особо нету. Все до сезона замерло. Магазин нашли. Промпродтовары. Промпродтовары. Магазинчик. Открыт. Здесь вот мангал. Должна быть кафешка. Ну, наверное, скоро заработает. Отель «Орхидея». Вот такой вот. Недалеко от моря. Не, ну, конечно, природа здесь красиво, все замечательно. О, даже авиакасса есть. Да, как самолеты не летают. Да, самолеты не летают. По известным всем причинам. Но в горах пипец, как туманчик-то там это. Все там так спускается, все так. Еще чуть-чуть, и гор вообще видно не будет. Но здесь пока погода хорошая. Ну, в общем-то, решили с Жанной туда дальше не идти. А вот здесь у тюльпанов, вот таких вот красивых, спуститься вниз туда, к морю. Вот такие красивые тюльпанчики. Желтенькие. Красивые. Ну все, идем к морю. Ну все, друзья, идем к морю. Посмотрим, что, куда мы выйдем, что чего дальше там. В общем-то, то, что мы хотели найти, мы не нашли. Похожие нашли, но нам сказали, что здесь этого не стояло. Ладно? Не стояло, значит, не стояло. Вот здесь вот идет вот такой вот ремонт. Улица Герцена, 5. И вот здесь. Ну да, все перестраивается. Телефончик запиши. Да, старые дома, на месте старых домов становятся новые. Все скупают и ставят большие дома. Ладно, сейчас пойдем выйдем к морю. Вот здесь вот такие старые стоят, а вот там уже стоят новые. Новые достаточно побольше этажности. Скорее всего, гостиницы стоят. Ну да. А что еще тут ставит? Но здесь еще достаточно много стареньких домов. Вот, видишь, еще даже люди живут, проживают здесь. Машина стоит, значит, люди живут. Не, ну машина стоит, значит, живут. Нет, конечно, иногда хочется лет так на 20 спуститься вниз, там не пройдешь. Я не собирался, я вот это. На 20 туда лет, а то и на 30, как бы, назад спуститься и посмотреть, что здесь было. И что сейчас, как бы сравнить, что было и что стало. Там вообще закрыта набережная. Ну, там набережная уже закрыта, там идут ремонтные работы. Все тогда. Не, ну, наверное, а, не, подожди. Нет, там проход, видишь, они на это, там делают брусчатку.
Да, набережная здесь, в общем-то, полностью закрыта. Там где-то обход есть. Там есть обход, можно обойти. В общем, там были на пляже. Сейчас мы каким-то образом прошли сюда. И где-нибудь на пирсе сейчас померим температуру воды. Конечно, хотелось бы, чтобы здесь все-таки все привели в полный порядок. И чтобы вот таких вот пустот, каких-то непонятных мест не было. Очень бы хотелось бы. Жанна, а мы там можем не пройти. Пойдем сюда. Я думала, что нет, ну потому что напор сильный. Пойдемте сюда, здесь сейчас до конца дойдем. И там не вот опустим и посмотрим. Сколько у нас температура, какая у нас температура воды в море. Вот сейчас температура воздуха 13,3 вечером. Ну, сейчас опускаем невод и смотрим, сколько у нас будет температура воды. Все, опускаем. Эх, не достает. Вроде там в воде. А у тебя аккумулятор садится? Я знаю. Я не заказываю. Понятно. Ну что, там еще не натянуло? Нет. Он что-то стоит, 12 лет. Ну так, наверное, так и есть. Ты думаешь, что 25 будет? Давай-ка сюда уйдем. Думаешь, 25 будет? Нет. Ты держи крепко. Держу, держу. И вот сейчас пока 13. Ну, плюс-минус. В общем, не больше 13 градусов вода. Минутку еще посидеть. Ну, накрыло. Ну, где-то, да, градусов 13. Да, смотри. Отсними. Видно? Не, ну давай вытащи ты ее сюда. Не видно. Я туда не полезу. Давай. Вот, только что вытащили, 13,1, ну где-то градусов 13, вода. Горы пипец, не радует. Ну получается здесь теплее, вы там мерили, было 11,6. А может просто потеплее стала вода? Может быть потеплее стало, все его знает. Ну немножечко тут не накрылось. Думали, что не накроет, то накрыло. Ну, в общем-то, смотрите, когда вы от отеля вот выходите на набережную, идете налево, там, наверное, скорее всего, проходит вся основная тусовка, вся жизнь, сезон. Вот, когда вы перейдете... Там центр туда. Ну да, там центр, в общем-то, все проходит там. Когда вы перейдете направо, да, здесь есть парк аттракционов, в принципе, можно прогуляться, в общем-то, неплохо. Ну, здесь более пустынно все. Как-то... Более все, я бы сказал, так заброшено. Ну, хотя есть куда прогуляться, в общем-то, не вопрос. А мы идем в отель, возвращаемся в отель. Не знаю. Ну да. Похоже, что-то такое. Может, это отель? Может, мы же не знаем. Ну, мы потихонечку возвращаемся
в отель. Порядок. Черный кот. Не, ну тут почему не все, он покрашен, блин, тут. Ну, что-то ищет черный кот. А он еще один. Также черный кот. Ну, клевые такие, приятные. Хотите? Черт, все слева Кавказ. Небольшая территория. Ну да. Набережная. И сразу выход на пляж. Да, и пляж как приличный. Дай позарядку свои поверить. Разрядилась. Геленджикский створный маяк передний. Основан 19 августа 1897 года. Вот такой вот маяк. 1897 года. Ну все, в общем-то. Мы идем в отель. А вон тебе привел. Еще море немножечко. Не забываем, подписываемся, кто не подписался. Ставим лайк. И пишем комментарии. Ну все. До новых встреч на канале. Пока-пока.